Последняя попытка. Свердловские спортсмены Антон Шипурин и Юлия Скокова пытаются попасть на Олимпиаду в Южной Корее через суд. Вместе с другими российскими атлетами, доказавшими, что они чисты перед допинговой комиссией, уральцы подали жалобу в спортивный арбитраж. В цифрах несправедливость выглядит так. За право участвовать в Олимпийских играх, которые стартуют в пятницу, продолжают бороться 32 спортсмена. Все они вышли чистыми из допинговых скандалов. Однако Международный комитет отказывается допустить их до главных в карьере соревнований. Мол, в списках нейтральных участников их нет, а значит и они вне игры. В числе отверженных – признанные лидеры сборной – конькобежец Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов и биатлонист Антон Шипулин. Но россияне не сдаются. Они пытаются оспорить решение о недопуске в Федеральном суде Швейцарии и спортивном арбитражном суде. Слушание состоится уже завтра.